Всем привет! Очередная распаковочка. Опять приличное количество монеток в этом письмеце должно быть. Так. Посмотрим. Что в этот раз? Вот такое вот количество. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 монет должно быть. Сейчас посмотрим. Надеюсь, все без ошибок будет. Слишком часто продавцы ошибаются, причем ладно бы там, когда я заказываю по 50, по 100 монет, тут умудряются в нескольких монетах поошибаться. Посмотрим, что на этот раз. Так. Быстро сейчас распакуем, все достаточно удобно для распаковки. Так. Где-то она потерялась, махонькая. Вот она. Так, 5. Колонна 7. Так, эти лишние бумажки убираем. 7. 8. 9. 9. 10. И должно быть еще 2. Раз. И еще 1. Так, вот она, все, на этот раз вот по количеству совпало, и то хорошо. Так, картоночка хорошая, сохраним. Вот так, ну давайте смотреть. Так. Это монета Сингапура. 50 центов. 86 год. Хорошая монетка. Начнем с крупных тут вначале. 2 кроны. 91 год. Чехословакия. Вот в этих монетах 91-92 годов самые дорогие — это 1 геллер или хеллер или келлер, кто как произносит. Все вот эти вот остальные монетки достаточно недорогие. Вот с самым маленьким номиналом проблемки, наверное, будут. 50 бани, 93-й, Молдавия. Молдавия, пару типов осталось докупить. Еще одна монета Чехословакия, 10 геллеров. Вот, тоже 91. Вот как раз к этой вот монетке 2 кронам. Дальше. Таджикистан. 25 дирам. Вот.
Первые монеты таджикские. 50 дирам, 2001 тоже год. Состояние вроде неплохое у монет. Так, следующее. Это Приднестровье. 50 копеек. 2000 год. Где-то еще должна быть. Вот она, 5 копеек. Тоже 2000 года. Приднестровье, монеты 4 осталось. Тоже все будет собрано. Следующее. Туркмения. 10 Теннесси, 93 год. Ну вот этот вот набор 93 года. Вот две монеты я купил. Пришли, полностью собрал. Может, дешевле было набором, конечно, покупать, но раз уж были монеты. Некоторые из набора. Вот 50 Теннесси. 93 года, тоже Туркмения. То смысла не было. Так, дальше. Болгария. 20 левов, 97-го. Вот, тоже этот наборчик. 10, 20, 50 пришлось покупать у разных продавцов. Потому что набором я нашел в одном месте, но там 400 рублей дороговато. Поодиночке получилось. Нашел нормальное состояние и все. Гораздо дешевле. Так, и одна статинка 99 года. Болгария. Период получается, закончил я 90, ну, последние монеты болгарские современные, полностью закрыт период. Все, вот такие монеты. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи, до новых встреч.